Так, доброго всем утра. Всем здравствуйте. Начинаем наши скилл-тестики утренние, так сказать. Как раз я под чаечек с круассаном покатаю. Двойное удовольствие будет. Так, ну у нас все готово. Начинаем. Будем премиалочку катать. Я сегодня с основного аккаунта. Так, хорошо. Игроков не очень много в лобби, но думаю, это самое найдем. Парочку смельчаков. Так, есть. Так, отлично. Ну все, ждем оппонента. Я тут пока буду немножко жевать. Заранее извините. Есть у нас оппонент. Так, ого. Ну, у нас дабл драконы. У него Джереми с пушкой, а у нас дабл драконы. Интересно. Можем взять, конечно, вообще воздух. Под Элишарчика. Это точно отпадает. Вот воздух с золотым луком, кстати. Да, воздух с золотым луком нормальная тема. Пушку, если что, развалим болтом. Таки да. Лучше не вижу вариантов. Давай возьмем это дело. Так, хорошо. Так, пока мораль может намутим. Ну, тут печально. А, ну огнешар есть. Ну, можно еще огонь взять. Не дают огонь пока. А вода нам особо не дает никаких преимуществ. Ну да, воздух в теме и огонь. Дают пока все мимо. Ты посмотри, какой. Какой же ж противный парень. Поздновато он взял воздух, но хотя бы взял. ,5, блин, статов нет. Гипноз. Я очень рад, у меня он уже есть. Так, 6 СП. Ну да, будем СП брать, естественно. Так. Моральку мы тоже не взяли. Ну ладно. Так, 4600 денег. И пока что нейтральная мораль. Так, ну берем 2 джина. Так, 3400. Можем стрелков купить, кстати. Да, под золотой лук. Давай стрелков. И тогда еще один джин. Как раз ложится. Ну, типа в минус один вошли. Терпимо. Давай так. Вот так даже я встал.
Так, ну как-то так. Лук поменяем. У нас нет. Нет стрельбы. Лук бесполезный. Так, ждем. Ждем, пока он закончит. Давай лучше так, да, чтобы он нам джинов не выбил сразу всех. Так, пока ждем, я перекушу немножко. Угу. Оппонент готов. Поехали. Так, даже пушку не купил. Ну такое. Я тут готовил. А, болта даже нет. Прикольно. Давай, вейт. Что-то парень не разобрался в карте. Никого не улучшил. Думает. Тут думать. Алло. Алло. Угу. Так. Это решил к нам полететь, да? Ну да. Мегакаст. Зыбучие песочки. Так, что я буду делать? Могу взрывать тут чуть-чуть его, наверное. Да, победка наша. Слишком, слишком изи. Так, поехали следующую. Так, опять Ахлови. У нас Дьюри, прекрасный парень. Юри против Ризы. Неплохо здесь. Да, это неплохо, будем брать.
Таки да. Так, 5-3-8-9. Стрелку дали, хорошо. Ледышку дали. Супер. Ну тут печаль. А, молитва есть. Так, дали огонь. Но из огня там только палач и минное поле. Так, вода. Вода в теме. Ну, воздух еще можно взять. Ну, мудрость мы-то в любом случае берем. Так, будем ли мы брать? В принципе, можно. Восьмая атака. За экспертом артиллерии. Девятая атака уже даже. Так, ладно, берем огонь, стрельбу. Так, 11 знаний мне точно хватит. СП-шку брать пока не буду. Ну, если денежка останется, то купим. Но я думаю, что вряд ли останется денежка. Так, у нас тут неплохо. Так, можем еще взять лошадок рухов. 3300. Монахи. И вот эти ребятки. Ай, чуть не влезли мы. Совсем чуток не вошли в бюджет. Так, как мы станем? Давай как-то вот так. Да, так неплохо. Поехали. Уже лучше. Так, уже лучше, парень. Учится быстро. Урон зверский у него. .258. Так. Будем пытаться выбить, наверное, дракона, да? Ну да. Дракон самое опасное, что у него есть. Меня еще спасает то, что у него болтов ограничено. Не так-то много, как ему. А, там еще девятая скорость. Тогда в защиту становимся. Тогда тупо становимся в деф. Ой, это я зря сюда стал. Хотя не, не зря. Ух ты, блин, еще уроды. Плохо.
В этот раз парень подготовился очень хорошо. Но тем интереснее. После первой однокалитки тут уже все-таки придется попотеть. А можно и залиться даже при определенных раскладах. Меня, в принципе, спасает не слишком большое количество манны у него. Вот это реально спасает пока что. Так. Есть защита от воздуха, кстати. Вроде как неплохо. Наверное, защиту надо бросать, потому что он так чудика выбьет нахрен. Что нас не устраивает категорически. Так, что там, лобби не висит? Да, вроде нет. Так, молодец, он атакует кого надо. Кого надо и кем надо. Пропуски поддушивают. Но пока терпимо поддушивают. Это не вчерашние игры, как вспомню, вздрогну. Так. Да, надо защиту бросать, чтобы он меня быстро не выбил. Защита от воздуха хорошо. Ага, дружок, я уже закрылся. Но все равно больно, 129. Все равно довольно-таки больно херячит. Так. Так. На тебе. Давай уменьшим популяцию. Ну все, у него один болт. Кстати, было бы там маны штук 80-90, то все. Хотя, может, я успел бы перебить раньше, но не факт. Вот далеко не факт бы, что я успел. Так, я вот думаю, кого тут прибить. Еще остатки фангармов остались. Все.
Победа наша. Бумс. Болты закончились. Хорошая битва, хорошая. Было интересно. Поехали, next. Так. Я пока подписываюсь. Так, пока оппонента нет, мы тут чуть-чуть приберемся. Так, что-то тишина, пока никого и нет. Так, сейчас за кофейком сбегаю.
Так. Да, что-то сегодня вяленько. Наверное, только к обеду народ пойдет. О, есть, мисс Фокс. Привет, привет. Good luck. Поехали. Сефинрод против Алагара. Сефин. О, нам тоже водичку дали, так что не только Алагар будет. Да, мы водичку и берем сразу. Так. Ну, вот так неплохо. 0-0-11-10. Так, тут печально, но тут нам ничего не надо. А, воскрешение есть. Снимаем колечко. Так, волшебство, удача. Ну, давай волшебство. Я бы лучше мораль бы взял бы, но, скорее всего, морали не будет. Да, ударка есть, надо брать волшебство. Ну, вода в приоритете, может быть, землю можно взять. В крайнем случае. Подожди, сразу не надо. Вот так-то. Идеальный кач. Под 17 СП это прям зверски. Уже 18-й. 18 СП. Так, ну, знаний нам точно хватит. Мне вопрос, покупать ли 1000. Давайте откроем наш калькулятор. Так, 18 минус 30%. Это сколько, угадайте? 12 будет СП. А 19 минус 30%. Это 13 СП. Хм. То есть одинаково получается. А, на один больше. Там 12, там 13. Не одинаково. Короче, смысл есть. Покупаем. Так, по войскам. По войскам, кстати, прикольно. Три расы у нас будет. Так. Ну вот, идеально. Типа минус один. Давай даже вот так станем дружно. Да, вот так отлично. Минус один у дракона и у всех остальных. Так, ну урон тут бешеный. 287. Ну, пробуй. Ну, пушка. Ой, пушка, да. Так, все, закончи. А, да. Так. Ну вот тройка стоит великолепная, да? В нее и влетим, наверное. Есть стресс.
Так. Так. Восемьдесят пять, да? Кольцо у нас на 218. Так, Олегович, здравствуйте, мужчина. Что за женский коллектив у тебя? Вот, Мисс Фокс. Впервые с ней играю. Так что как-то так. В герои играют не только мужики. И это прекрасно. Вообще, ты говоришь, 30 минут бахаешь. За 30 минут я 2 игры сыграл. Потому что очень, очень мало народу, вяленько как-то. Скажем так, я не сыграл 2 игры, а позавтракал под 2 игры. Наверное, так будет правильно. Так, хорошо. Ну, здесь легко, у меня тут... У меня книга воды, посмотри, и 19 СП. Тут вообще, по-моему, слишком все очевидно. Еще и резурект есть. Имба сдача просто. Так, 3. Сколько тут? Не, давай ты вниз, а лошадка вверх. Так. Та-да. Больно, больно. Развалил девочку бедную. Обнова вышла опять, никто качать не хотел, в том числе я скачал без проблем. Никаких там вообще вопросов нет. Да. Ну, сейчас попробуем еще разок. А чё так все боятся обнов, не могу понять. Андрюха вчера тоже что-то говорил. Не получается там что-то у него. Ну, вышла обнова, нажал ссылку, скачал. Файлик скачался. Двойной щелчок, далее, все, ты обновился. В чем сложность? Что у всех такая какая-то проблема с обновлением? Никто качать не хочет. 200 мегабайт файлик нельзя скачать. Не понимаю этого прикола. Напишем, больше не хочешь? Так, знакомый парень. Здорово. Голы.
Поехали против Лехи. Блин, а что-то я себе сделал с этим, с камерой, что у меня какая-то странная. Нажал какую-то штуку. Прикол. Ладно, мне сейчас некогда разбираться. Галтран Зилар. Дают землю под Галтрана. Неплохой вариант. Только надо знания намутить, да? Можем вообще отыграть красиво через антимэджик. Так, нашел. Ну да, вроде как земля смотрится клево. Так. 5, 6, 7, 1. Ну да, только большая проблема со знаниями. Так, землю взяли. Интеллект очень просится сюда, да. Надо брать как-то интеллект всеми силами. Только есть... Выпал бы он, отлично, выпал. Ну как, не густо. Но все-таки, так, стрельбу берем. Дайте еще знаний. Значит, купим. Придется купить. 9, 11, 8, 4. Так. С моралькой тут у нас не все гладко будет. Хотя Архангел нам добавит чуть-чуть. Оу, а тут много не надо добавлять. Деньги-то ушли резко все. Пока даже плюс один у нас. Наверное, пачку бычков купить. А, можем этих взять, кстати. Червей. Давай лучше червяков. Так, а уже на сдачу, наверное, девочек купим, да и все. Чисто на ослабление будем накидывать. Вот так вот. Так, блин, хочется одеть, но... Ладно, пускай так будет. А у него кто там? Зилар. Не, одиничку удачки с себя не буду снимать. Ладно, пусть будет вот так. Пятнадцатая, восемнадцатая скорость. Ну, стрелка хорошая. Ваня играет какие-то штуки. Original Template Pack. По умолчанию. Какие-то сценарии. Типа джеба ауткаста, что-то такое. Что-то не пишется, что это. Tender Clash. Ух ты. Ваня какие-то такие интересные штуки играет. Так, 4 наги. Наша силушка в нагах. Зилар, Зилар. Забывчивость.
Так, а здесь была... Ну да, кстати, вся земля практически была в этом, в шрайнах. Поехали. Так, Титос там, да? Титоса мы не залочим. Давай, наверное, пока вейт. А, стоп, есть резурект хоть? Да. Сколько там он? Нормально. Давай вейт, а этим залочим циклопчика. Ну, сейчас девочку прибьет, скорее всего, какую-то. Задумался. Уснул. Вроде как нет. Лобби не уснула. Так, wait, wait. Давай повейтимся все дружно. Хотелось добить циклопчика. Минус один сделали. Четыре наги тут, конечно, дают жизни. Так, гидра, да, тут? Лютая гидра. Под нее подлазить не сильно хочется. Давай так. Так, и уже пора каз давать. Так, ну пока, наверное, будем стрелочками работать. Либо антимагия. Да не, пока давай стрелками. Что у него может быть на 5 СП? Муж пришел, играем с ним. Понял. Давай, наверное, птичку выбьем сначала.
Для начала. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай где-то здесь. Ну, слепо. Слепо для меня нормально. Так, типа по наге пульнул. Так, 38. Тут мы не выбьем, наверное. Наверное, будем дальше циклопа тут жарить. Или. Или залочим. 120. Так. А это походит раньше гидра. Ну, мы подблокируем, я думаю. Не так-то он много там и нанес. Давай пока тут развлекаться. Скорее всего, надо будет антимагию бросать. А сколько там по морали? Минус один. Надо будет антимагию бросать на архангелов. Скорее всего, так. Ну, мы должны змеем его пригрызть, по идее. 45. Ну да, с девочкой пригрызем. Вот и удачка, которую я чуть не снял. Сработала. Так. Ну там он немного нанес. Сто двадцать шесть. Так, есть лечение, но лучше, наверное, все-таки вот так. Ну да, болтяра. Так. Здесь снята ответка. Угу. Надо еще сюда набросить, чтобы он так не накидывал по-жесткому.
Так, 182. Победка наша. Ну что, еще может сыграем? Не. Не, другой у нас оппонент. One Tick. Так, hi, good luck. Поехали. Господин Мальком против Уланда с лечением. Так, Мальком. Стрелка типа 100%. Ну вот неплохо вроде. С рогом этим можно поиграть. Либо 3-3. Скорость, щит, черный шар, усилок. Кстати, это тоже неплохой вариант. Тут статов больше. Плюс рог. Но СП-шка маленькая. 7. 7, 9, 11 боевых. Тут 6. Но скорость и 3-3. Антиберс. Не, давай все-таки это брать. СП мы себе добавим. Плюс антиберс не хочу снимать. Плюс фангарм это... Нормальная подстраховка. Так. О, земля или вода, да, получается? Земля или вода. Поехали. Земля. Земля круче. Так, вода дается, но уже поздновато. Так, даю тактику или воду. Тактику, конечно, возьмем. Сейчас, секунду, я отпишусь. Так, магия воздуха, удача. Ну да, это мы возьмем. Так, СП-шка будет. Не будет, да? Значит, купим. Так, 180 манны. Стрелка Resurrection. Так, с моралью только, да, у нас плюс один. Не, ну здесь просится вот так сразу. 9 быков. Так, фен, коты, минотавры, вроде так. Да, хватает как раз всех улучшить. Ну, минус один получилось у нас в итоге. Давай вот так. В принципе, с каждой двушки минотавров будет фангарм. Нас это устраивает полностью. Стрелка 90. Так, оппонент готов к бою. К бою, господа. 3, 4, 5, 8. Давай ты пойдешь.
Так. Дизмораль минус первая у нас. А, берсы, не, берсы нет у него. Кстати. Есть рес, это радует. Тогда влетаем. Тогда просто влетаем. Вообще замедло. Ай-яй-яй. Не надо так баловаться. Ну, тут жестко ему. Кулон работает. Кулон прям жестко наработал. Так, деревяхи у него остались. Так. Так, я вот думаю, куда дальше. Да, здесь будем прожигать. Или вот здесь. Мана немерена, пускай бьет. Хиточек. Надо палатку снести. Учитывая щиток, уроны будут маленькие. Решил на змея переключиться. Интересно, чего так? Ну, блин. Наваливает. Сильно наваливает. Кстати, фен может еще бесплатно реснуться. Сэкономить мне. Жалко, что он не фена бьет. Так, снести надо. Ну, вот вы прикалываетесь. 67, 125, сколько ты нанес? 67. Охренеть. Просто охренеть. Я еще не достаю до палатки теперь. Круто, что ему сказать. Есть лечение, есть стрелочка. Можем стрелочкой, в принципе, отработать. Или замедло бросить ответное. Ответное замедло вроде неплохо. Блин, змеем только потратил зря этот. Хотя не зря, надо убивать палатку в любом случае, наверное. Он, конечно, сейчас уползет. Так. Наверное, да, дракона будем лупашить. А вот и минус. Хотел прожечь, но уже не успел.
Алло. Добрый. А чуть позднее, можете перезвонить? Ага, добре. Так, думает наш соперник. Чтобы такое выдумать, блядь, с этими удачами. Кулон у него этот имбовый. Почему у меня он-то не такой имбовый? Сколько раз замечал. Ну не работает у меня так зверски. С кучей морали, с кучей удачи. У людей работает. От чего это зависит, не понимаю. Надеюсь, фен реснется на шару. Это было бы очень кстати. Ну ты посмотри. Просто лупит на шару и все. Давай вейт пока. Он хочет трупы понакрывать, я понимаю. Что он сделал? А, камни кожу. Он все усиливает защиту своих чуваков. Никак не угомонится. Так, что мы будем делать? Он типа оставил нагу на потом. Кстати, есть кем добить того же золотого дракона. А, конечно, с антиудачкой. Ты посмотри. 9 быков и не сработали. 48. Так, 44, да? Но мы можем снести от этого хрена. Блин, 9 быков и ни один не работает. Это забей. Сатриша издевается, как игра. Как же она издевается. Двадцать, да? Отлично, всех поядили. Дракона он не подымет. Я в шоке с 9 горгон. 2 удара, 0 взглядов. Ну или сначала было 9, потом 8, но сути не меняет. Не, было 9. Точно. Дерево ударило, еще оставалось 9. Resurrection. Да я понял, что там вся земля. Он хочет убить змея, стать на труп. Все красиво. Блядь, еще и мораль дают. Ну это, конечно. У нас бычок основная сила. Но если бы он работал нормально, что-то пока он плохо работает.
Ну, минотавров разменяли на фангармов. Это терпимо. Так. Надо этих убить сразу. Так. Будем или нагу кончать, или лошадку, я вот думаю. Ну, нага 88, да. А, тут меньше даже, кстати. Так. Крепкие лошадки, но мы их попинали достойно. Так, 36. Нет, тут вейт. Тут вейт. У нас Феникс там. Победка наша. Хорош. Взяли победку. Так, что еще? Так, ну да, наверное, эту последнюю. Сколько мы уже отыграли сегодня? Еще день впереди. А, 5 каточек сыграли. 5 каточек. Так, господин Тан со стрелочками против Малекит. Ой, Малекит неприятный, конечно. Неплохо. Ну да, тут прям все под атаку. Врываться. Ну, блокировать себе же нет. Короче. Джины есть, да, у нас. Если бы не эта накидка другая, можно было бы это брать. Чтобы чисто на стрелочках играть. Но не канает так. Будем врываться в него. Малекита не должно быть там статов сильных. 14-5-9-3. Тут усилок под стрелку. Короче, есть чем. Есть чем его убивать. Так, защита от воздуха, огнешар. Короче, воздух или огонь. Да, воздух или огонь. Доспехи пока пропускаем. Хотя можем взять доспехи. Тогда можно мудрость не брать. Да, тогда мудрость не берем. Огнешар, бог с ним. Да, воздух смотрится идеально. Магия земли, чисто под стрелочки. Может быть, кстати. Не хочу рисковать с этим воздухом. Стрелки уже будут сильные. Так, тактика артиллерия получается. А, воздух таки выпал. Ну ладно.
Так. Ну давай. Привет, привет. Ну уже заканчиваем. Так. Уже заканчиваю. Так, 17-7. Ну, типа за медло взяли, да? Фиба. Так, сколько у нас маны? 60. Это более чем, в принципе. Так, а по калькулятору есть разница 12 СП или 13? Это 8. Это 9. Вроде как есть. Ну, давай тогда купим СП-шечку. Так, это мы изучили. Ну, у нас такой набор, чисто атакующий. 18-8, 13-4. Тупо стрелками закидать его. За медло, может, бросим. Морали нет. Так. 11. Ну, блин, придется нежить, наверное, покупать все-таки. Тут без нежити не обойдемся мы. При всем желании, как я тут без нежити обойдусь? Хотя, есть атакующий варик, да? Типа, чтобы не привлекать нежить. Так вот. Вот так вот. Так. Да, все равно минус 2 будет, но от нежити, по-моему, было бы еще хуже. А, стоп, купим джина в пачку. Так, 1600 это 3, да? Ну, как-то так. Поехали. Так, 6 СП у него там. Пушку купил. Сто двадцать. Тридцать пять. Так. Надо было за медло набросить. Не знаю. Он решил стрелкой поработать, да? Я могу джинов поднять, вернуть их.
Кстати, может, так и сделаю. Блять. Почти так и сделал. Так, хорошо. Тут wait. Да что ж такое? А, он накидку одел, блин. Вот зараза. Фен, реснись, пожалуйста. Не реснулся фен. Хреново. Что я могу сказать? Очень хреново. У него минус 3. И ходов больше, чем мои минус 2. Блин, пропустил арх и охотник. Это очень болезненно. Просто арх пропустил и этот, основные. А, там еще та тут задница. Там еще ледяная болтяра. Ну, прикол. Просто все пропускают. Как с этим бороться? Как ты с этим будешь бороться? Я в шоке, конечно. Я же его не выбью, ничего не сделаю с ним. А сколько там пушка наносила? 65. Есть защита от воздуха, там вода есть. Такое себе. Что? Телепорт. А, нема телепорта. Тупо пропуски меня убили, как вчера. Так, ну пушку пока разваливать не будем тогда. Давай, наверное, тогда так. Короче, Архангел и Охотник 0 ходов. А у него все ходят. Надо джинов поднять, может спасет как-то ситуацию. У него маны больше. Ну как, не больше, но ударнее у него манна. Так, что, ну найдем вперед. Стрелками сюда. Сто семьдесят девять. У него ходит Феникс и все. Ой, да тут все понятно. Все понятно. В очередной раз дизморали меня убивают. Ну все, видишь, как он разваливает. Ну, есть шанс поднять джина, кинуть защиту от воды. Это маленький мой аут. Неужели мы ходим? Круто.
137. А, я же не могу реснуть даже джинов. Та ты шо, вообще прикол. Так. Сто семьдесят девять. Ну, ничего тут не выкрутишь. Если бы еще без плаща, хотя без плаща тоже плохо. У него ледянка есть. Пропусков минимум. Так. Ну, типа так будем бить. Ну вот не пропускает фен, хоть убейся, блин, об стену. Просто ни разу. Да, если бы Архангел не пропустил два раза, я бы успел бы много убить. Ну да, 159. Не слабо так. Так. Ну, этого мы добьем, в принципе. Так, 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 так. Этого парня будем спасать. Надо убивать пушку. Так, 92. Так, 92. Ну там этих бэков, блин, пачка. Но есть шанс, что пропустят бэки. Давай пробовать этот шанс. Блять, мне так не везет. А мог потащить. Пропусти бычара, я мог вытащить. Ну вот еще один пропуск на кону. Так. Убегаем. Ну вот не пропускает. Вот тупо не пропускает. Да.
Надо аж два раза, да, чтоб коровка пропустила. Поехали, проверим. 180, а там сколько? 53. Еще надо разок. Все, заканчиваю. Мне надо, чтобы ты банк открыл. А, сейчас, секунду. Ар, два раза я так не хочу. Надо. Так. Ах, на тоненьком. Так, спасибо за игры. Ай. Чего они все уходят, когда я пишу? Ладно, поехали.